Сегодня 65% американцев поддерживают военную помощь Украине, хотя еще в мае аналогичный опрос показывал гораздо меньшую поддержку. Зеленский: понятно, что до завершения войны Украине не стать членом НАТО, однако нужна уверенность, что после победы она точно вступит в альянс. Главные новости дня на вечер среды 28 июня. Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман приговорен к пожизненному заключению за государственную измену. Анджей Дуда и Гитанас Науседа в Киеве обсудили с Зеленским повестку июльского саммита НАТО и вопросы присоединения Украины к альянсу. Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании РУАК на продажу Украине через Германию 96 старых танков «Леопард 1А5». Традиционно внезапный визит в Киев на День Конституции Украины приехал президент Польши Анджей Дуда. Фото. Президент Зеленский аргументировал необходимость предоставления английскому языку в Украине нового статуса, в частности, стремлением к евроинтеграции. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о пакете военной помощи Украине. Туда войдут, в частности, броневики М-113, ЗРК «Насамес» и снаряды. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!